Привет, я Андрей Жарнов, являюсь руководителем проекта дистанционного обучения компании InvestPrime Советский. И сегодня мы рассмотрим, что же из себя представляет платформа CTrader. CTrader является торговым терминалом для рынка Форекс с вполне понятным интерфейсом. Значит, сам терминал, он у нас запущен, он перед нами. Значит, сам терминал состоит из графика цены, которая отображается в режиме реального времени. Здесь вот она между этими двумя полосочками двигается в этом диапазоне. Также платформа — это 39 валютных пар, то есть инструменты, по которым мы можем торговать, открывать, закрывать сделки. 39 валютных пар и золото, серебро. Также у нас есть в верхней части экрана вспомогательные кнопки, назовем это так, и в правом верхнем углу тоже вспомогательные кнопки, ну, часть которых мы сегодня рассмотрим. А пока по порядку, то есть начнем с инструментов. В левой части вместе с инструментами имеется информационное табло, то есть по валютной паре, которая у нас активна. То есть мы нажимаем любую валютную пару, и у нас идет информация по ней. То есть мы, если будем открывать, допустим, сделку по этому инструменту, можем здесь поменять лот. То есть выбрать, сколько мы купим австралийских долларов. Допустим, 50, 30 тут. Ну, лоты от 10 тысяч до 100 миллионов. У нас откроем евро-доллар, чтобы не путаться, поскольку график у нас тоже евро-доллар. Значит, в этом же информационном табло есть кнопочки. То есть мы можем добавить евро-доллар в избранное. Здесь вот сверху будет проще его найти. То есть у нас не будет перечня со всеми инструментами. То есть, да, 39 плюс 2 по металлам. А будет только те, что мы пометим в избранное. То есть вот, ну, можно его туда добавить. Оно у нас здесь появилось. То есть вот, евро-доллар. Давайте добавим что-нибудь еще. Еврофунт. Тоже добавим. Звездочку жмем. Вот у нас, пожалуйста, в избранном евро-доллар и еврофунт. Так, значит, дальше у нас в этом информационном табло, что есть? Есть кнопка «Информация». То есть, да, мы можем глянуть, что вообще с этой валютной парой сможем сделать, что у нас есть. Значит, валютная пара евро-доллар, базовая валюта евро, котируемая валюта доллар. То есть мы будем покупать евро, отдавая доллар. Максимальный уровень 100, тик указан минимальный объем ордера, максимальный объем ордера, информация по слаб-комиссиям и возможность частичного исполнения присутствует. То есть вот, дальше здесь у нас в этом же табло есть кнопки. То есть как у нас будет информация представлена. Есть кнопочка для создания новых ордеров. Мы сейчас вдаваться в подробности не будем. Кнопка есть, а как открывать, закрывать сделки, это будет отдельный ролик. И есть кнопка «Открыть новый график». То есть мы ее нажимаем, и у нас сверху вкладочка была. То есть, да, изначально, то есть вот что у нас было. Евро-доллар М15. То есть таймфрейм у нас 15 минут. То есть свечу нам рисуют каждые 15 минут. И мы нажали, значит, да, добавить новый график. И у нас появился график по той же самой валютной паре, поскольку у нас здесь она была выбрана. То есть информационное табло было завязано на евро-долларе. Вот, открылся еще один график по евро-доллару. Таймфрейм уже H1. То есть свеча рисуется каждый час. Ну, это стандартное на самом деле. В платформу забито, то есть если сейчас нажмем еще раз, будет еще один час, еще график, вот еще один. То есть это, ну, стандартные настройки. Вот оставим два графика. Значит, да, дальше у нас что? Ну, две вкладки, то есть мы можем открепить, то есть, да, сделать, чтобы два графика было одновременно видно. Можем растянуть, то есть как у нас было до этого. Дальше, значит, да, в верхней части экрана у нас идут
есть кнопки. Значит, первая кнопка с лупой с плюсиком, то есть, да, это масштабирование. Мы можем увеличить график, можем его уменьшить. Ну, тут на самом деле кому как удобнее, кто как видит. Так, ну-ка вот. Дальше, значит, у нас есть линию тренда можем поставить, нарисовать. То есть это как дополнительные вспомогательные для нас инструменты. То есть, да, волатильность. И range. Все это у нас есть. Но нам это пока не надо. Следующая кнопка идет, это таймфрейм, то есть здесь мы выбираем, какой у нас будет график. То есть сейчас у нас включен 15-минутный, можем поставить 5 минут. Он нам график цены перерисует. Вот, пожалуйста, 5-минутный график. Можем взять 4-часовой. Вот 4-часовой график. Дальше следующая, четвертая кнопка, она отвечает за свечи. То есть мы, как вот у нас, сейчас я покрупнее сделаю. Часовой, так, и вот так вот. То есть у нас сейчас взяты японские свечи, мы можем поставить бар, который выглядит немножко по-другому, ну и как график это просто линия. Опять же оставим свечи. Дальше у нас идут две кнопки, они дублируют кнопки с информационного табло на открытие ордеров. То есть здесь точно так же мы можем выбрать лот, ну и кнопка на продажу, на покупку. Так, здесь мы управляем, то есть, графиком, тем окном, где у нас все это есть, все завязано. То есть мы здесь можем что-то отключить, что-то добавить. То есть, да, можем снять сетку, можем убрать периоды. Объем можем его добавить, убрать. То есть все это у нас есть, можно убрать вообще линию покупки, ну, спроса, предложения, то есть добавить. Ну, это, в общем, есть, поиграться можно. Дальше мы можем добавить индикаторы всякие. Есть трендовые, осцилляторы, волатильность, тоже пока касаться их не будем. Это дальше будет. Здесь графические настройки, то есть, да, как можно поменять. Допустим, фон можно изменить. Ну, тут уже все индивидуально, кому как больше нравится. Следующая кнопка, она отвечает за объекты. То есть, если бы у нас был какой-нибудь индикатор добавлен, то есть, да, мы бы здесь поменяли его настройки. Вот, значит, дальше у нас в правом верхнем углу идут кнопки, то есть кнопка CLGO моментально запускает приложение CLGO для роботизированной торговли. Здесь выкидывает на сайт. Значит, снова идет дубляж кнопки по созданию новых ордеров, что у нас была в информационном табло. Вот она здесь точно такая же. Дальше кнопка открыть видео, сейчас об этом не будем. Chart Shots, то есть мы можем сфотографировать график. То есть, да, и показать списки, показать либо в папку. У меня он должен был запустить его в папку. Так, это не то. А, кнопка вот, чтобы сделать снимок. То есть, да, мы выбираем ее, то есть нажимаем. Что-то грузит. Он сразу стал выкидывать этот самый. Через браузер открывает. То есть вот у нас наш график, который мы только сфотографировали.
Ну, это нужно для чего? То есть, допустим, мы здесь наставляли индикаторов, проанализировали график, то есть, да, свои какие-то прогнозы построили и скинули, поделились с друзьями. То есть, да, мало ли у них есть какие-то другие варианты предложения. Нужно только для этого. Дальше, значит, из тех кнопок, что у нас остались, это кнопки, отвечающие за Quick Trade, то есть настройки по быстрой торговле. И здесь мы, следующая кнопка, выбираем, как у нас будет работать, либо в один клик, либо в два, либо вообще работать не будет. Ну, нажимаем, переключаем. То есть это не проблема. Дальше идет кнопка справочная, горячие клавиши. То есть здесь мы можем посмотреть и знакомиться, какие кнопки у нас есть, что на них забиндено. Потом кнопка, отвечающая за звук. Сменить язык. То есть мы можем изменить язык платформы. То есть, да, ну, был бы я не русскоговорящий, допустим, а француз, да, стоял бы у меня французский. И две кнопки, отвечающие, даже не две, ну да, отвечающие за внешний вид, за то, как у нас платформа будет выглядеть. То есть вот, то, что меняли до этого, можно поменять с помощью этих кнопок. Ну и последняя кнопка, она делает в окне и на весь экран. Неудобнее в окне, поэтому будет так. Дальше идут кнопки по представлению графиков. То есть, допустим, несколько графиков в одном окне, ну и один график в одном окне. Тогда у нас получается, остальные все будут по вкладкам здесь. Потом идет блок кнопок на курсор, то есть у нас сейчас выбрана стрелка. Все, что мы можем ей, это только зацепить график и двинуть в сторону. То есть, да, и есть у нас перекрестие. То есть мы можем уже по нему там что-то строить, что-то смотреть, анализировать. То есть вот. Дальше у нас идут линии, с помощью которых мы можем что-нибудь начертить, показать. То есть, да, равноудаленный канал. Допустим, вот так. То есть, да, убрать объект мы просто на него наводим правой кнопкой. И нету здесь кнопки удалить. Тогда по-другому, просто так, правой кнопкой, список объектов, линия тренда, мы ее крестик нажимаем, либо же remove all. Тогда он удалит нам вообще все, что есть, все, что мы на график добавили. Все. График чист. Ну и, собственно, все. Есть кнопка, можно текст какой-нибудь добавить. Допустим, вот так вот. Подписали график. Ну и кнопка опять же chart shop. То есть мы хоп, фотографируем, и у нас в папке должно появиться. Хотя он сейчас выкинет наверх, но не в папку, а на этот самый. Хотя нет, в папке есть и в браузере сейчас откроет. Да, вот, пожалуйста. Ну, собственно, вот что это платформа CTrader. На этом все. Дальнейшие уроки будут. Будем учиться, как открывать сделки, открывать ордера, создавать различные. А на этом пока все. Удачной торговли. Но Я почти не ношу наличные, ведь есть карта. У меня вот карта от банка «Советский». Получить легко, оплатить можно везде и за все. Вот поэтому и «Советский». Кредитные карты. Быстро и выгодно. Банк «Советский».